Кстати, народ, на Binance сейчас проходит просто бешеная акция. Если вы там не зарегистрированы, у вас есть шанс получить просто так $5, которые упадут на ваш счет, и вы сразу сможете их вывести. Для этого вам надо зарегистрироваться по ссылочке в описании. Также плюс к этому ко всему вы получите максимальные скидки на комиссии и приветственные бонусы до $50. Но знайте, что акция на $5 продлится еще 2 дня, и поэтому вам нужно успеть зарегистрироваться и пройти верификацию. Все это 2 действия, которые нужно совершить, чтобы просто с нуля получить себе примерно 300 рублей на кошелек. Вы сможете потом с этими $5 что угодно сделать. Даже можете попытаться их разогнать. Я, кстати, разгоняла такие суммы на фьючерсах. Можете вывести, купить себе пиццу. Ну, короче, это будут ваши деньги. Всем привет, меня зовут Ксения. И с сегодняшнего дня я решила тренировать свою дисциплину и каждый день покупать какую-нибудь монетку, криптовалюту на $100. Я видела подобный проект на YouTube уже. Я думаю, что вы тоже видели. И мне кажется, что это капец как двигает внутренний мир, вот каждый день повторять какое-то подобное действие. Причем с учетом того, что я основную массу денег зарабатываю на трейдинге, мне будет даже прикольно. Типа натрейдила, проинвестировала, натрейдила, проинвестировала. Если я буду не успевать снимать видео на канал, то есть какую монетку я купила, то я в любом случае каждый день буду выкладывать у себя в телеграм-канале. Ссылочка будет в описании, поэтому подписывайтесь. Я надеюсь, что вам понравится. Смысл в том, что буду экспериментировать, не знаю пока на сколько у меня это получится. Вообще, мне хотелось бы продержаться в таком формате 10 лет. То есть, вы представляете, если на протяжении 10 лет я буду инвестировать всего $100 в день, то уже через 10 у меня будет минимум $300 000 просто на руках. 333 даже. Или 360. 5, 10, 5. Ой, ну короче, вы поняли. И это при условии, если не лопнет крипта. А если она взлетит в десятки раз, то я просто на инвестициях вытащу $1 000 000. Here comes the money. Here we go. Это все классно, конечно, оптимистично, но давайте начну я свой эксперимент с деда криптовалют битка. Для начала давайте посмотрим на графике, что происходит, и потом я зайду с телефона и куплю монеточку. Смотрите, хочу начать анализ с недельного таймфрейма. На недельном таймфрейме мы прям четко видим, как цена находится у уровня. То есть вот данный уровень, он вот здесь был сопротивлением, вот здесь немножко посопротивлялся, пробился, и теперь цена уже от него пляшет. То есть мы даже можем провести не просто уровень, мы можем провести целую зону. То есть вот она вот так вот выглядит. И в принципе тут аналитикам не надо быть, у нас цена пойдет либо вверх, либо вниз. Я все же придерживаюсь того момента, что будет еще какой-то плевочек вниз, какой-то импульс. Вообще я считаю, что сбреют еще и лонгистов, и шортистов. Но в любом случае я рассчитываю еще на плевочек вниз вот отсюда, но даже с учетом того, что я сегодня уже куплю, вот это вот маленькое движение, оно особо мне просадки не даст. И вдруг как раз к дню, когда так произойдет, я захочу еще битка купить и как раз усреднюсь. Вот, но все же надо смотреть более младшие таймфреймы, потому что совсем старше это совсем на долгосрок, так скажем. Опять же, мы уменьшили до дневного таймфрейма, и опять же видим вот здесь вот возле этой зоны цена уже сколько дней танцует. То есть во флете она находится уже достаточно времени. Я считаю, что уже скоро-скоро будет очень жесткий импульс. При том, что обычно, когда все ждут импульса вверх, цена сбривает просто всех лонгистов. И поэтому я уже жду момент, когда все разочаруются в криптовалюте, а этот момент уже скоро должен наступить. И тогда цена попрет. Вот когда все скажут, нет, все это дичь, не нужно туда вкладываться, не нужно туда инвестировать, именно в тот день будет офигенский импульс. И я думаю, что будет обновление максимумов. Не знаю, надо сохранить вот эти слова сейчас в истории, но мне кажется, что если мы проведем вот такой вот диагональный уровень здесь, сопротивление, то минимум должно быть касание этого уровня. А вы посмотрите, если даже сейчас цена импульсно улетит, то это минимум 75 тысяч. А так, вообще мое предположение, что где-то вот в районе 80 тысяч цена стопанется и там уже потанцует. Но это мое предположение, я не знаю, через сколько это произойдет. Это может произойти через месяц, это может произойти через год. Но у меня вот такие вот ожидания. То есть по моим ожиданиям, по битку можно будет сделать x4. Если смотреть более младшие таймфреймы, что же будет происходить в ближайшие дни. Опять же, мы видим просто жестчайший флэт. И никаких, честно, я со своим там трейдерским опытом, я не вижу никаких сейчас предпосылок вообще. То есть в данной ситуации, если это инвесторы, то накапливать позиции, если это трейдеры, то обходить биток стороной. Даже с учетом того, что большинство альткоинов у нас танцуют от битка. У меня, кстати, по эфириуму есть прикольное наблюдение. Вот часовой таймфрейм у нас показывает, что еще должен быть импульс где-то до 19 тысяч минимум.
То есть, если бы я сейчас открывалась на фьючерсах в средний срок, то я бы открывалась где-то вот как раз до этого значения. Здесь бы выставляла тейк, но ни в коем случае это не финансовая рекомендация. И помните, что вы можете все свои накопления жизненные потерять в трейдинге, в инвестициях и в любых вообще проектах, куда надо вкладывать деньги. Что ж, проводим здесь такой уровень. И наверху мы проводим вот такой. То есть, вот если цена протестит его, то я на фьючах откроюсь и тейк выставлю вот здесь. Я знаю, что на моем 20-м ключе, на котором я торгую, я заработаю неплохо. Опять же, следующей прям сильной зоной сопротивления у нас будет вот этот момент. То есть, сейчас нам надо с вами, чтобы цена развернулась. Некоторые сейчас, кстати, говорят, блин, биток, не разворачивайся, я еще там не накопил денег, чтобы тебя купить. Но на самом деле вот так вот, если взять вот этот коридорчик, то мое мнение субъективное, что цена спустится до этого уровня, либо чуть-чуть даже до него не дойдет, где-то до середины вот этого коридорчика дойдет, и пульнет наверх. Дальше мне кажется, что она развернется вот от этого уровня, потанцует, неизвестно сколько времени, и дальше уже надеюсь, что будем стремиться вот к значению хотя бы 25, и тут уже будет видно. Вообще напишите в комментариях, что вам интересно, чтобы я рассказала по битку или по другим монетам, что добавить в анализ, потому что я стараюсь говорить максимально простецким языком, чтобы у вас не было каши в голове, чтобы вы понимали каждое слово, которое я говорю. Поэтому это может звучать как-то слишком просто для опытных инвесторов, так скажем. Я захожу на Binance. Мне удобнее всего, кстати, не покупать там через спот крипту, мне просто удобнее конвертировать. У меня всегда есть либо USDT, либо BUSD, я просто конвертирую в нужную монетку, если она мне где-то требуется. Так, конвертация. И вот на 100 BUSD я покупаю биткоина. Первый кирпичик заложен, я надеюсь, что этот проект у меня получится, я надеюсь, что я смогу держать себя прям в руках, дисциплинированно все делать. А вы подписывайтесь на мой канал, ставьте огромный палец вверх, подписывайтесь на канал в Телеграме. Всем пока, всем хорошего настроения и огромного профита!